Если писатель в России делает свое дело честно, безусловно, его книги будут вызывать разную реакцию. И надо быть готовым ко всему, на самом деле. Меня в прошлом году два раза крайне ультраправые организации отправляли в тюрьму за русофобство. Второй раз 19 профессоров филологического факультета МГУ написали письмо, требуя тоже запретить эту книгу продавать в магазинах и судить меня, и, соответственно, тоже, поскольку это уголовный суд, значит, посадить в тюрьму. Это в прошлом году в России, а не в 37-м и не в 49-м, это было в прошлом году. Я понял тогда, что есть, ну как бы, есть только два пути для писателя в России. Вот, либо ты боишься, либо ты пишешь. Tertium non datur.